В ходе одного из рейдов по охране водных биологических ресурсов сотрудники транспортной полиции обнаружили в затоне реки Сура браконьера. Житель города Шумерля незаконно добывал раков. При этом их ловля запрещена с 1 января текущего года. Мы производим осмотр изъятых вещественных доказательств. Здесь у нас имеется лодка «Муцон» двухместная, емкость, изъятая с раками. И еще 10 раколовок. Вот они все разложены здесь. Ущерб от незаконной добычи составил более 130 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Нарушителю грозит лишение свободы до 2 лет.